Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас 7 ноября, друзья, воскресенье. Прекрасный день, когда вы можете привлечь деньги в свою жизнь, потому что сегодня у нас с вами день денежной девятки. Обязательно нарисуйте эту цифру у себя на руке, привлеките деньги. Как это правильно, практику сделать? Почему именно сегодня и какие советы, рекомендации мы хотим дать вам на это воскресенье. Далее в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Подпишитесь не для нас, не для нашей команды, а для того, чтобы и другие люди узнали об этой ценной и важной информации. Проверьте, включен ли у вас колокольчик и все уведомления. Также каждый день приходите на наш канал. Здесь много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии и достатка. Итак, друзья, сегодня 7 ноября достаточно неоднозначный день. С одной стороны, это день добра, а с другой стороны, это день зла. Почему именно так? Дело в том, что сегодня каждая ситуация дается нам для того, чтобы мы смогли сделать выбор. Поэтому сегодня, 7 ноября, будьте внимательны, обдумывайте каждый свой шаг. Потому что сегодняшние поступки, действия, а также поступки предыдущих дней влияют на будущую картину следующего лунного месяца. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у многих обостряется и интуиция, и сила мышления. Поэтому важно сегодня обратиться к своему роду за помощью, чтобы они вам подсказали правильный путь, если вы находитесь на распутье. Потому что именно сегодняшний день у нас связан с родом, а его символом является древо познания. Обязательно продолжайте двигаться в том направлении, в котором вы начинали двигаться с новолуния. Также постарайтесь в этот день больше посвятить размышлениям и работе с информацией. Если вас интересует какая-то информация, вы хотите что-то узнать, открывайте интернет, книги, энциклопедии, читайте и обязательно анализируйте. Именно сегодня этот день предназначен для того, чтобы вы анализировали. В то же время отдыхайте сегодня. Есть время, идите на воздух, на природу, дышите свежим воздухом. И в то же время думайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить ту ситуацию, в которой вы сейчас оказались. Или тот проект, который у вас сейчас находится где-то, возможно, в подвешенном состоянии. Постарайтесь у Вселенной попросить подсказок, а также у своего рода. И обязательно эти подсказки будут. Также сегодняшний день, уважаемые наши слушатели, подписчики, не предназначен для социальной активности и дальних путешествий. Старайтесь этот день провести в гармонии и в спокойствии. И обязательно сегодня заложите следующие мысли. И они звучат следующим образом. Я люблю свою семью. Я ощущаю огромную силу своего рода. Я обретаю внутреннюю любовь и понимание каждому члену своей семьи. Сегодня я охотно учусь законам жизни. С каждым часом и днем моя жизнь становится лучше. Прямо сейчас в комментариях активируйте эту фразу. Обращаем ваше внимание, что в это воскресенье будут очень сильны энергии романтики. Если вы хотите их усилить, то используйте насыщенные красные цвета для удачи. А все те, кто родился в год лошади и в год козы, а также львы и стрельцы, вам полезно для удачи в личной жизни сегодня проявлять романтику. Сегодняшний день достаточно сильный по романтике и романтическим энергиям. Поэтому в этот день очень полезно для вашей же удачи дарить или принимать подарки.
Также делайте подарки, которые вы хотите. Возможно, это будет какая-то финдиклюшка, возможно, это будет шоколадка, но в первую очередь все дело в том, что будет заложено именно в этот подарок. Также отличное время для того, чтобы поговорить по душам с любимым человеком и, возможно, перейти на новый уровень ваших отношений. Также, уважаемые скорпионы и стрельцы, для вас сегодня это особенный день, когда вы можете поговорить по душам и понять, что же вы хотите. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня нужно постараться быть максимально спокойным, максимально быть уравновешенным. И если есть такая возможность, то наполняйте себя энергией удачи. Радуйте себя, балуйте, представляете, как удача всегда ходит с вами везде и всюду. Также в обязательном порядке обращаем внимание, овны и весы, ваши эмоции сегодня будут нуждаться в корректировке. Если вам хочется ругаться, плакать, выяснять отношения, пожалуйста, не делайте в этот день. Энергии, вибрации не позволят вам это сделать, и у вас постоянно будет сегодня происходить дисбаланс. Также, пожалуйста, по народным приметам не ешьте сегодня хлеб, иначе год будет достаточно тяжелым. Также сегодня ни в коем случае никого не обманывайте, не старайтесь ввести в заблуждение, ни к чему хорошему это просто не приведет. В этот день обязательно подайте милостыню, таким образом вы сможете отвести от себя какие-либо неприятности. Также обращаем ваше внимание, что сегодня откажитесь от любых операций, связанных с недвижимостью. Далее, ни в коем случае сегодня не переезжайте и нигде не ночуйте, кроме своего дома. Это очень важно, потому что именно эти ситуации, эти моменты вашей жизни сегодня, 7 ноября, могут привести к большим финансовым потерям. Пожалуйста, давайте без этого. И как мы уже говорили в начале видео, сегодня 7 ноября, день денежной девятки. Ура! Мы очень любим нашу девяточку, потому что с помощью нее мы можем провести простую достаточно практику, она в то же время и эффективная, и таким образом мы можем привлечь деньги в свою жизнь. Итак, друзья, сегодня 7 ноября, давайте вместе с вами поработаем с денежной энергией. Итак, все, кто уже знаком с этой практикой и те, кто хочет попробовать привлечь сегодня деньги в свою жизнь, давайте вместе с вами проведем практику прямо сейчас с денежной девяткой. Итак, сначала рисуем девяточку на левом запястье, а далее вслух произносим волшебную фразу «Кодирую себя на деньги срочно». Также обязательно в комментариях под этим видео напишите эту фразу «Кодирую себя на деньги срочно», для того, чтобы мы могли добавить своего волшебства в ваше желание. Далее отпускаем желание исполняться во Вселенную. Также большая просьба не расстраиваться, если вдруг девяточка стерлась. И, пожалуйста, именно сегодня вы можете это сделать в любое время. Даже если вы 7 ноября уже в 9 вечера просмотрели это видео, не переживайте. Учтите, эта практика достаточно эффективна. И по своим вибрациям она активизирует достаточно сильно денежные энергии. Друзья, мы вам желаем прекрасного воскресного дня. Пусть в вашем регионе будет сегодня солнечно, легко, и проведите этот день желательно, по большая просьба, со своими самыми близкими людьми. Уделите внимание роду, а также вспомните, возможно, достаньте старые фотографии, где запечатлены ваши близкие люди, которых, возможно, нет с вами. И если у вас есть какие-то моменты, нюансы, задайте вопрос, и вы обязательно получите ответ.